идти нам 5 часов. Володя знает, где живет Козерог. Он мне это должен показать. Несмотря на то, что здесь идем как по болоту, это горы и очень высоко. Конечно. А? Конечно. Попал? Конечно. Ты тут много видел. Штук, наверное, 10-12, да? Я видел? Да. Больше не бог был. Конечно, ты чего, Вов? Блядь, оскорбить меня хоть. Может, конечно, по траву еб. Он лежит. Да. Мне показалось, что они чухнули еще. Один чухнул, блядь, он стоял на стрёме, гад. Ну что, добыт? Саянский козерог? Да. Я был сначала хотел камнем кинуть. Чтобы они все встревожили? Нет, чтобы сбить его, да. Думаю, нет, стрельну, чтобы наверняка. Где ты был? В какой точке? Все так обломался, блядь. Пацанчик. Подчерк мастера, заметили? Так-то метровый, наверное. Да? Ну да, развернем его. И этот даже маленько. Коцанный. Саянский козерог. Бойцовый.